12 марта в рамках проекта «Столица» губернатором Магаданской области Сергеем Носовым была утверждена программа по сохранению исторического облика города Магадан. На данный момент ведутся ремонтные работы на главной исторической улице областного центра – улице Портовой. Эти дома являются одними из самых красивых частей города, но, к сожалению, дворовые фасады пришли в негодность. Во время этих ремонтных работ сохраняется каждый элемент здания, так как это имеет историческую ценность. Например, арки под крыльцами являются очень красивой частью этого двора, так сказать, его визитной карточкой. И подрядная организация сначала хотела забетонировать их, но мэр города Магадана категорически запретил это. Сейчас мы управляющей компании сюда позвали. Некоторые решили, что вот эти арки красивые под входными группами можно превратить в сараи. Сейчас все это выметаем оттуда, и вот эти проходные арки в цокольном этаже, они будут сохранены. На данный момент приостановлен ремонт фасада по улице Портовая, дом 3, из-за проблем с крышей. Но власти муниципалитета уже решают этот вопрос. Также градоначальник указал, что необходимо демонтировать старые ограждения и сразу же попросил внести поправки по этому поводу в протокол. Подрядная организация, которая работает над этим проектом, уже имела дело с этой улицей. Подробнее об этом расскажет сам подрядчик Сергей Подгорнов. Кстати, вот на этом доме, только с другой стороны. Вот, восстанавливали также балясины, вот эти балюстрады фасадной части, в центральной части фасада. Ну, тоже трудоемкое дело было. Восстановили. Но это было 6 лет назад. Как сообщил Сергей Подгорнов вечернему Магадану, сложность заключается в плачевном состоянии домов. И также огромную роль играют климатические условия в Магадане. Завершить реконструкцию должны до 1 сентября этого года.